Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Команда. Ну, во-первых, команде всей привет. Это раз. Так, у нас время 17.34, да? Тут 17.36, но у меня часы, видимо, отстают. Так, результаты давай посмотрим. Итак, да, мы проиграли, причем, ребята, 2000, на 2000. Ну, что ж поделаешь. Фейл есть фейл. Ничего ты с этим не поделаешь. Так, ладно, давай закрывать. Здесь закрываем. Так, что у нас сегодня? По идее, должен получить, постараться, 20 тысяч кубков. Ну что за фризы начинаются, то что мне? Так, бесплатный сундук, пожалуйста, давайте мне сюда. Тяжеловоз, ускоритель, фляг. Угу. Ну что, я поехал. Гран-при каньон. Ну, во-первых, мы еще поменяем видос. Как написали, зомби тянет к земле, поэтому давай возьмем девочку-быка. Девочка-бык. Хотел еще, знаешь, что сделать? Раскраску поменять на нашем авто. Может быть, нам взять по стариночке нашу красную? Что скажешь? Давай ставим красненькую. У нас бык, красная машина. То есть все будет очень даже здоровски. Бык будет злой. Давай, 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 давай. Эх, ликач, лихач там, смотри, зелок или как его там? Зелок звать. Давай, опа, хорошо. Подкидывай меня. Это что такое, это что за... Дрищинский подкидош был, а? Скажи-ка мне на место. Но тем не менее, мне не помешало взять первое место. Так, я готов. Ребят, сегодня вечером на втором канале будет у нас Atomic Heart. Скорее всего. Ух. Я не думал, что такой прикол здесь будет. Смотри, зилок опять лезет. Мне так хочется сказать, не зилок, а зилок. А слово зил, ну машина такая. Я, как всегда, не залечу. Нет, я как раз-то и залетел сюда. А зилок? А зилок... Нифига! Иди-ка гуляй, парень. Внизу он захотел. Думал, сейчас под шумочек проеду. Но папа Рэй не спит. Папа Рэй все видит. Заметил, так сказать, его. И наказал. Вот, 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 вот. Начинается, ребята. Да перевернись ты, пройдоха несчастный. Че, все? Кишкоблуд. Нет, не все, ребята, он куда-то летит. Он куда-то летит. Мы тоже на заднем колесе там дали форса. Первое место, и тут не поспоришь. Девочка-бык работает. Она любого на свои рога возьмет, понимаешь? Любого. Зелок, шматок, кишкоблуд. Кто бы не был. А вот здесь, а здесь я сам, ребята, сфейлил. Так скажем, оплошал. Куда, вертухай? Ну зачем ты так высоко подпрыгиваешь? Ну, Рэй, ну ядрен, смотрю, ну 300 раз одно и то же. Угу. Так, подожди, подожди, подожди. Не вздумай перевернуться. Давай ты, господи. А как этот крыс появился здесь? Скажи-ка мне на милость. Фига! Дрищ, ты чё, блин, делаешь? Я не понял. Это Дрищ не оборзил где, а? Крыса. Да, действительно, он полностью, ребята, оправдывает себя. Это крыса самая настоящая. Как тебе такой расклад? Как тебе такой расклад? Понравился? Так, стоп, 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 стоп. Помнишь, да? А кто же не помнит-то этот прикол? Вот и все. Я удивлен, что формула сзади там ехала, прикинь. И едет, и в ус, так сказать, не дует. Так, что-то мне не нравится положение моих дел здесь. О, формула, ребята, готова. Формула там решила отдохнуть, прилегла.
Да едь ты твою налево, блин, начинает там каждый камень целовать. Все. Все, ребят, я первый. Я первый. Как всегда. Я первый. Молодец. Давай. Не-не-не-не-не, этот. Да, крокодил, аллигатор этот. Че, все раллийные автошки, что ли, у нас тут? Ну а как же ты хотел? Ну как ты хотел, блин, Рэй? Ну ё-моё, ну. Видишь, все притормаживают, а мне пофиг. Зачем притормаживать, да? Ну зачем притормаживать Рэю, когда едет как размазнюк, блин. Да этот крокодил меня с панталыки сбил, блин, как всегда, ребят. Угу, так. А он еще там с крыльями, да? Чмоха-то, он с крыльями едет сзади. Фьюх. Пускай свои крылья отрежет и воткнет себе кое-куда. Там им будет самое место, поверь мне. Бабушки с крылышками. Опа. Нет, 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 давай сюда. Е. Шито-крыто. Чита, 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 Маргарита. Давай, давай, давай. Вжухивай. Ну что я тебе скажу, нормально. Нормально проехал. Поначалу немножко шугаря, конечно, дал. Но в принципе. Опять машинка НАСА. Ну что, попробуем. Ё-моё. Нашел, да? Опять в комментариях будут. Нашел, где брать раллийное авто, блин. Глаза мои не видели вот это. Что тут происходит? Ать. Сам виноват. Ну, я хотел как лучше, ребята. Вы же мне пишите в комментариях. Ну, что там все на одной машинке, конечно, да, на одной машинке. Ну, вот тебе другая машинка, и что по итогу? По итогу сфейлил, первую гонку сфейлил. Ну, не полностью, конечно, но вот здесь отлично получилось. Даже скажу, очень хорошо. Тут еще и спорткар. Опа, опа, а вот это. Не, нормально, нормально, нормально. Не, не было заныра. Так что, если бы я занырнул, то все. На совсем бы занырнул. Пока. Аж харю скривило. Блин, я думал, что мы взяли кубок ледника. Ну, кубок ледника, само собой, переходим на наше раллийное авто. А сколько, кстати, гонок там было? По-моему, две, да? Вот все бы ничего. Куда ты опять летишь? Куда ты опять летишь? Почему вот они не летят вверх, и они все нормально у них проходят? Я же, блин, лечу вверх. У меня получается дребудень полная. Как же этому тяжело. Ты видел, как ему тяжело ехать было? Да-да-да-да-да. Ему было тяжеловато ехать. А мне очень даже. Ой. Фига себе, мне тачку перевернула. Не-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 е
На скоростушке меня там обогнать. У него там что-то... А, он на, ракет... на ракетной фигне это летел, да? Рэй, лучше бы... Лучше ничего придумать не мог. Второе место, ребят, к сожалению. Надо было все-таки притормозить. Да лучше заново про... ну, подняться, чем вот эту вот херню, которую я придумал, начал делать. А все вина тот самый ускоритель, который просто там мешается, ребят. Да хотел я было вниз, но уже поздняк там было вниз там скакать, как ты видишь. Не прет пока что-то мне. Давай, господи, нажимай на газульку.
Да и вижу я, что он с этим с форсажем тут балуется, блин. Я вижу это все прекрасно. Он же там притормозит. Он же захочет же взять же, да? Я офигею, шею он свернул, врезавшись в крокодила. Такого отродясь, блин, не было, ребят. Такого не было отродясь, чтобы он голову ломал об крокодила. Ну и какое место у меня? Так, 5. Второе опять. Опять второе место, ребят. Уступив всего лишь один балл. Всего лишь один балл. Кубок шахты. Ну, шахты, как всегда, эти. Да, тут мы, конечно, очень паршивенько, ребят, прокатились. Все гонки, которые были до этого, очень, ребят, паршиво были прокатаны. Ну, за исключением, наверное, самой первой гонки. Как по мне, остальные, ну, все просто в никуда. Каспер, надо же, тут даже Каспер появился. Тысячу лет я не видел Каспера. Дружелюбное, блин, привидение. Как вспомнишь эти мультики детства, ё-моё. Каспер идет, давай, побежали смотреть, блин. Как говорится, и пофиг нам там на гулянки, на все это. Каспер же, ё-моё, Чип и Дейл. Мишки Гамми, побежали смотреть, ё-моё. Потом посмотрели, опять все выходим гулять. Вся толпа, и начинаем обсуждать мультики, эти гоблины. Герцога Икторна и тому подобное. Да, было время. Ну что? Ага, прекрасно. Ну я думаю, здесь я первым буду. Должен быть, ребят. Да, я даже на газ не стал нажимать, чтобы просто вот так вот. Фига, он что он там делает-то? Что он там? Типа... Меч достает из кармана. Оу, нифига тут 40 людей. Приветствую самому лучшему человеку. В мире сейчас президент. Угу. Так, лучший из лучшего. Да ну хорош, хорош. Ребят, фига вас так много сегодня, сейчас. Привет во всем еще разочек. Так, ну что, а я, пожалуй, поеду дальше. Блин, зима, зимушка, зима. Можно было бы, конечно. Я вот не знаю, если бы, например, зимой проехать на лихаче. Видишь, вот там вот кто-то едет на лихаче. Фига там формула. А как она так быстро-то? Согласись, я был круче. Я в... Даже лихач меня не догнал в этом деле. А почему он не догнал? Потому что у меня сработала ускоряха. Я не могу понять, что там у формулы такой, что ей дает вот этот вот некий прирост в скорости. Ну не монетный же ускоритель ей так дает прибавку, или он именно дает. О, блин, зачем вот это-то надо было тебе делать? Ну ё-моё, ну... Вот именно из-за вот этого буста. Он когда не нужен, он срабатывает. Когда он нужен, ты его фиг дождешься. И вот так всегда. Че он там? Куда он там едет? Он что-то в скорости потерял. Ага. Переломало чувачка там нормально. Я очень доволен, что так получилось. Итак... Папа занимает первое место. Прекрасно. Никто меня не смог там обогнать. Шелудивые псы. Так, большой воздушный кубок. Давай, поехали. Пора тряхнуть стариной на супердизеле, ребят. Это баг еще лезет. Не только баги. Ух. Вообще шанса ни одному, ни другому не дал. Потому что большой воздушный кубок.
Немножко даже опасно так вот ехать. Просто машина летит. Нормально. Мне понравилось. Так, и последняя гонка у нас. С идеальным стартом. Все как полагается у нас, да? А вот прикинь, у нас бы еще были бы крылышки, а? Это же вообще было бы что-то с чем-то. Вообще порвал. Как тузик грелку. Горные мосты, блин, горные мосты. Не люблю я эти горные мосты. Если я возьму эту машину, естественно, у меня будет она летать как фиг знает кто. Может быть, багги взять. Кстати, у нас же денег дофигища, мы же должны прокачивать. Мы байк-то прокачали свой, нет? Нет. А вот теперь, друзья мои, прокачали. И вот у нас новый вид. Шляпа, супервелик. Супервелик. Так, кто что сказал? Прижимную силу скинуть на ноль. И будет все ништяк. Так, по-моему, говорили, да? Так, что за трасса у нас? Горные мосты. Блин, ну горные мосты на байке я не поеду, ребят. Горные мосты нам надо ехать на нашей раллийной автушке. Это как пить дать надо, на ней ехать. Хотя, может быть, и на багги надо было ехать. Ну, там багги что-то... Ты посмотри, а? Хлыщ-то недоваренный. Желтую макаку мы с тобой обогнали. Давай-ка дальше мы прошуршим. Надеюсь, так же хорошо, великолепно. Блин, нафиг я скорость сбрасывал. Я думал, что там будет какой-то подкол. Вот где подкол. Вот сейчас было... Что это было? Что это вообще было сейчас? Что я хотел сделать? Сюрприз какой-то сделать? Ну, прикинь. Сержа Грабра сделал прямо на финише. А знаешь почему? Потому что багги у него слишком прыгучие. Ох, ё. Такого даже... Я не ожидал. Давай. Не, ну, Сию не смог обогнать. А было бы прикольно, если бы обогнал. Фух. Так, мистический кубок. Блин, я все время думаю, что я забываю сделать. Я забываю вот это вот все пооткрывать. Пока кристаллы есть, ребята, открывай себе, да открывай, да? Ну... Замечательно. Так, мистический кубок, погнали. Я думал, что тут за ожидание других игроков. О, опять летит паршивец. Вот именно летит, ребята. Ты вот посмотри, как он двигается. Все, додвигался. Горючее кончилось. У чувачка долетался. Да выёживался. Так, здесь надо вот таким вот образом. Ага. И все равно настигает, смотри. Опа. В аккурат. В аккурат, ребята, проехали. Что там прицепилось к пальцу? Козюля какая-то приклеилась. Шучу. Так, ну здесь у нас, ребята, будет как ее звать-то? Да-да-да, вот эта вот пакость. Опа. Ну что ты, твою налево, блин. Блин, вторым. Вторым хотелось быть первым. Хотелось бы. Дабы мешает, понимаешь? Так, ну тут вниз. Сейчас вот здесь вот, оп, подпрыгнем и вниз. Погнали. Никаких, блин, фаворитов не допускаем, ребят. Блин, они прям все сзади меня кучкуются.
The best from West. Ну что, давайте чеканем, что ребят пишут тут. Так, через сколько, блин, через сколько примерно будет ролик? Я не знаю, через сколько. О, да, кстати. Вот так вот. Все. Хэ забыл написать. Так, в Казахстане идет. Так. Мишень ждал. Ну, начинается. Что там? Угу. Так, ну, а я, ребят, еду далее. У нас столичный кубок. Кстати, столичный кубок. Ну, можно, в принципе, рискнуть на байке проехать его. Можно же. Столичный кубок-то. Попробуем. Так, ну что, ребят, я снял прижимнуху. Сейчас посмотрим. Меня кто-то обманул. Меня кто-то обманул. Нет, ребята, прижимная сила не работает на то, что твоя машина, твой байк не будет загибать. Загибает еще как. По-моему, даже еще больше загибает, чем должно было загибать. Да, еще, по-моему, жестче, хуже даже стало. Так, мы что, будем с байком, что ли, с этим соревноваться? Я не пойму. Пускай он там накручивает, наяривает, а мы... Нет, ребят, прижимная сила рассчитана не на то, что вы мне написали. Совсем не на то. Так, у меня броня слетела. Воу! Твою налево! Интересно, есть шанс? Нету. Нету шансов, ребята. Вообще ноль. Короче, с прижимнухой просто... Просто был чей-то стёб. Дешевый, идиотский стёб. Ну, я проверил. Теперь я знаю, что это, ребята, не работает. Прижимная сила, наоборот, на что-то другое работает. На что-то другое, на что только пока не знаю. Так, я вижу тут лихач. Оп. Лихач, как всегда, дает дрозда. А мы даем Снегурочку. Дурочку. В аккуратик. Есть. Это компенсация. Компенсация за тот проигрышный момент. Так что все у нас будет... А что, одна гонка всего лишь, по-моему, да? Так, ребят, тогда едем вот тут вот в аккурат. Пипец в аккурат! О-о-о. Горючий, да, горючий прозевал, ребят. Горючий прозевал. Ну, по-моему, тут финиш уже должен быть. Фух. Нормально. Стабилизировался, и мы... Ого, фига тут выдали мне. Давай сразу же откроем. Сейчас, думаю, вылетит. Но не вылетело. Так, ребятушки, ну а мы дальше продолжаем наше веселье. Куда ты лезешь? Куда ты, кубки? Вот спрашивается, нафига я гоняю на кубках, если все равно... Мне не светит в этом месяце получить 50, ну, 50 тысяч кубков. Нафига, спрашивается, мы ездим, да? Я вот сам не понимаю, но еду. Это уже, наверное, привычка, друзья. Просто элементарная привычка. Лучше бы поездил бы на этих, как называется, на соревнованиях за сундук клановый. Да? И то, наверное, было бы больше толку. Не сфейлился! Сфейлился, блин! Сфейлился, друзья мои! Да все, 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 четвертое место. Утрись, называется, Рейч. Утрись просто!
Этот хмырь там с колесами, что ли, с супер-пуперским едет? Или что, я не могу понять. Убил бы на месте бы просто. Ёпрсты, опять отъехали хрен знает куда. Доступ к удовольствию. Какому удовольствию? О чем вы тут вообще говорите? Доступ к удовольствию. Какой тут, извините меня, удовольствие, блин? А? Удовольствие, блин, они мне нашли. Угу, хорош. Допустим. Нормально. Фух, надо глоток сделать. Живитель на влаге. Вкуснотища. Напоминает мне чем-то жженный сахар. То, что я сейчас попил. Жженный сахар, блин. Ну и чё? Я ведь специально там притормозил, чтобы не выпендриваться. Давай, залетай, залетай, родной. И вот так вот будет с каждым. Ты заметь, наверное, думаю, что многие заметили, когда я выигрываю, меня это воодушевляет. Когда я начинаю проигрывать, меня это просто убивает, блин. Опа, 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 опа. А по пули. Cool girl, иди отсюда. Да-да-да, летите туда наверх. А нас и здесь неплохо кормят. Фух. Чики-брики. Блин, я до 20 тысяч сегодня доеду или нет? Кубок Штормрайдера. Рэй, не брали тебе обратить внимание на другие машины? Писали мне как-то в комментариях. Пора бы. Если бы они были бы у меня прокачаны, пора бы. Так, что у нас тут? Помню. Ну, тут удачно. Нюхай бебру. Понял? Нюхай бебру. Это на каком языке-то написано? Нюхай бебру. Занюхни бобра. Ответочка моя. Вот так вот. Сколько там у нас? О, 3 гонки на кубке Штормрайдера. Да, ну, быть не может. Ладно, я погнал. Так, чики-брики. Чики-бомбони. Блин, 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 блин. Обделались. И вот это вот обделывание. Кстати, ты заметил, что когда вот там мы ехали, там скорость очень сильно снизилась. Я так и не понял, почему. Эть! Чу, ты видел какой? Ты видел там вот, вот микрон, ребята, у нас была разница по времени. Просто в микрончик. Давай, 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 без водопадов, без этих всяких там. А, ты смотри, я думаю, в чем проблема? А он на этих, на летающих фиговинках едет. Ну, хотел, наверное, поехать на фиговинках, на этих летающих. Так, у него проблемы с этим, я знаю, ребят. Вот с этим у него проблема, а у меня проблем нету. Вдох, выдох, ускоритель. Так, давай я вот эту штуку открою, все. Магнит. Тяжеловозы, старт, ускоритель. Так, ну что, грязные ралли. Или ралли. Ну что, поехали? Еще разок. Наш супер дизелек. Ну я не уверен, конечно, что здесь на ожидание остальных игроков. Сейчас на 3 часа зависнет, ребят. А еще я заметил, что я чай пью с ложкой не высунутой чайной, которая так и метит в глаз тебе. Кто играет в Standoff 2? Я как-то играл. Было у меня даже, по-моему, пару видосиков на канале. Опа, опа, смотри, смотри, смотри. Смотри, что делает этот скутер. Да там не только скутер делает. А что он так?
Мне кажется, что он нереально летит. Фу. 4 гонки. Я подписал 4 гонки на вот этом вот супер дизеле. И ты думаешь, это реально мне сделать? Проехать эти гонки 4. Ты посмотри. Смотри сзади, какой хмырье едет. Все равно, когда супердизель набирает скорость, ребята, это все, это заворачивай весла, потому что ее просто не обогнать. Смотри, что она вытворяет. Это мощь. Мощь супердизелек. Не зря я его прокачивал самым первым. Блин, ну тут, конечно, ребят, да, я немножко сфейлился. Она очень слаба, когда много прыжков, трамплинов и тому подобное. К сожалению. Это надо признать. Она слаба в этом. Когда более-менее прямая трасса, супердизель, ну, просто великолепен. Как только начинаются вот это взлеты и падения, ну, все. Там уши начинают заворачиваться. Видишь, начинает прыгать, выплясывать. И очень сильно теряет скорость она, ребят, при приземлении. Посмотри, да. Хоть у нее и амортизатор, и все, но скорость она теряет. Ладно, ребят, первое место взяли. Больше, наверное, никому ничего не надо доказывать. Так, давай-ка откроем. Форсажик. У нас, кстати, на тягаче очень много форсажа уже. Я не играю, но играв. Я. Так, глубоководная езда. Как курица. Закудахтал, блин. Ну давай. Раньше мы на глубоководной езде вообще, ребята, выжимали с вами супер топовые рекорды. Сейчас. Сейчас какая-то фигня у меня получается, если честно. Я только одного не понял. Это что такое? Опа! 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 Как ЭМ-ку обшуршали, как эту, как стоячую. Он с ракетой. Этот голубец вшивый с ракетой был, оказывается. Я хочу вписаться сюда. И я вписался. Я вписался, друзья мои. И я еду дальше. И все у меня чики-брики. Чики-заза. Давай, адмирал Сьюзан, блин. Погнали дальше. Султан, Султан 01. Да какой ты, блин, Султан 01? Не понос, так золотуха. Вот что я тебе могу сказать. Ой. Как так-то? Короче, ребят, там колесо у меня застряло. Я как бы заехал вовнутрь, но колесо. Колесо оказалось внизу. Приближающийся ужас. Да эта трасса вообще вся сама по себе ужас, блин. Ходячий, блин. Вот эти ваши аттракционы. Там что, тягач? Нет. А, тягач. Тягач, макарек. Ну давай ты, блин, начинаешь парашу гнать, блин. Все, нормально. Здесь мы сделали. Так, теперь интересно начинается внутри. Комната страха типа. Типа-типи-тип. Ну давай вот вдоль прям стеночки. Оп, красиво. Так, у меня крышу там срубило, что ли, нет? Вроде бы когда. Давай-давай-давай, с прыжком. С душком. С выхлопом, дринки-шминки. Есть. Виктори кричит. Почему он не комментирует, да, там? Вот Рэй пошел там на обгон, хоба, его там догоняет Ахмат и там, и вот такой, да? Нет же, никаких комментариев. Все по-тихому, блин.
Ахмат, Мухаммед, ё-моё, ну... Красиво же было, согласись. Тягач, иди в попу. Лезет он там. Изо всех шку... Изо всех сил кишкодёр, блин. Шмыгаль. Так, управление в воздухе, амортизатор прыжков. Ой, блин, ну как же прикольно. Так. Рэй, когда видео по драконам или юрскому периоду? По юрскому периоду не знаю, когда, ребята, а по драконам должно быть сегодня. Так, элита 2 сезона подряд. Рэй, когда... Юрский, не знаю. А драконы сегодня. Они уже у меня заливаются. Но там без события, там уже, как говорится, просто... Кубки вождя пришлось набивать, потому что, ну, не было там событий. События будут... Сейчас открыто событие, но только для престижа. А для нас оно откроется через один день там с лишним на выживание. Фига, чувак втопил. Джуладит. Джуладит, желудь. В простонародье. Как я смачно, а. Даже никто мне тут не помешал. Блин, а у нас же здесь будет с боссом драка, да? За 20 тысяч кубков. Да ты, да... Ты сбросил скорость, а нафига так рано-то, Рэй? Вот это я сам себя сейчас просто, ребята, опустил ниже плинтуса. Вторым. Нафиг я там сбросил. Я когда ехал на подъем, я отпустил, ребят, кнопку газа. Думал, заедем сами. А он взял и сбросил скорость. Инвалид. Вот и все. Вот и получилось. Что получилось, блин. Да ты едь-то нормально, ты... Начинаешь тут, блин, фигней страдать, блин. Бесит аж. Так, весенний город. Весенний город, день чудесный. Ну что, поедем? Весенний город катать. Да ну, хорош. Этот скутерок прям, ребят, не отстает от меня. Сзади там, который шмыгаль едет. На такой скорости, блин, не дай бог, что-нибудь попадется, ты просто переворачиваешься. Просто так кульбитиком летишь. Кульбитиком летишь в небытие, блин. Айть! А тут нельзя передом удариться, да, я так понимаю? Вообще нельзя, тут невозможно. Нет у него передка. Ты сразу же, если врезаешь, то насмерть нафиг. Вот в чем, блин, проблема здесь. Не вздумай, блин, перевернуться мне. Так, так. Фью. Да чтоб тебе. Нормально. Как? Так, какое место у меня, ребят, будет? Ой. Еще одна гонка, оказывается. Так, по-тихому, по-тихому. Выдохни, Рэй, выдохни. Расслабься. Только не... Только не... Мама. Мама. Да он разогнался, он неконтролируемый просто стал. Все там... Там не успеешь сбросить скорость. Трэш, блин. Не, на байке в городе ехать — это такое себе удовольствие. Так, это у нас прыжки, что ли? Это же прыжки, друзья мои. Вдаль. Ну. Давно их, кстати, не было. По прыжкам-то я тут мастер, помню, был. Первые места только Шорох занимал. Будем надеяться, это не исключение. Мне вот эта вот машина, которая сзади едет, напоминает мне... Из игры «Хищные машинки». Вот это вот, вот.
Только не хватало это еще. Багажник, чтобы у него так открывался и хавала. Хаваю. Ну. Ну. Нормально. Все. Да, ребят, первое место и на этот раз я взял. Так что все прекрасно, все великолепно. Еще чуть-чуть, еще гонка и у нас. Так, подожди. Побрякушки. Побрякушки в тоннелях. На байке. И надо было вот тебе вот так вот делать, Рэй. Что? Чего? Как он умудрился это сделать, блин? Ну это же нереально там, ребята, сделать сальто и приземлиться. Ну согласись. Ну я не знаю, а он это сделал. Да едь ты нормально, твою налево, блин. Хорошо, здесь мы его сделали. Пока у нас идет 1-1 счет. Че там на камнях, под камнями? Он аккуратничает тоже, ребят. Я еду аккуратно, а он еще аккуратней. Слушай, по-моему, на камнях он встрял. Да, ребята, он... Папа может, понимаешь? Может, папа. Есть. Наконец-то, друзья мои. Наконец-то. 3000, давай сюда. 3000, блин. Ух, жарко было на самом деле. Мне 3 раза пришлось переигрывать. У меня обрыв связи произошел. Вылетела игра, блин. И вот сейчас. Нормалек. Так, что у нас там в команде? Так, ММ. ММ, ММ. Так, у нас гонки тут какие-то. Блин, машину-то можно было бы прокачать для начала. Я мы там. Сейчас врежемся. Оп. Но уцелели. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Ну что, запал у тебя, что ли, там кончился-то? Еле едешь, блин. Первый сундук заработанный. Первый и последний, да? Все началось. Еле едет. А почему едет, еле едет? Потому что нет пузыря, во. И горючее кончается. Есть. Успел схватить горючку. Ну ты ее просто ты будешь вытягивать-то. Вытягивай давай. Так, вот здесь можно и помедленнее. Так, едем дальше. Второй сундук забрали. Отлично. Ну ты еще, еще вздумай мне в пропасть улететь. Так, 170. Тихо. 173 тысячи у нас в данный момент денег. Кстати, надо будет какой-то автомобиль начать прокачивать. Она очень быстро с ней. Стоит только, ребята, кнопку отпустить газа, и все, она сбросила скорость. Прям моментально. Успеет ли она... вытянула. Так, что-то мне не нравится, это пропасть какая-то. Кит! Да ладно, ты серьезно, что ли? Да встань ты, твою...
Бесит. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас по прокачке тачки. Какую следующую прокачиваем машину-то? Вот у нас ККМ-ка еще недокачанная. Вот не знаю, что лучше прокачивать. Может быть, действительно, или не надо. Слушай, а где тот скутер, который... Это он, да? Вот этот, который гоняет неплохо, или же... Ну, байк, по-моему, фигня. Вот скутер вроде бы, вот этот неплохо. Или вот этот мотоцикл взять. Давай мотоцикл будем прокачивать. Нет, подожди, мотоцикл, может быть... Все, Рэй потерялся, блин. Может быть, чудовище? М? Давай попробуем чудовище прокачать. Может, она классная тачка, фиг его знает. Я ума не приложу, какая она. Мало я видел, конечно, что на ней ездит, но... А вдруг она великолепная? Что меня потом не оторвать от нее будет. Все, все деньги, ребята, я слил на чудовище. Ну что, теперь командный заездик, как говорится, на дорожку. Так, в гараж зайдем. Что мы на эту машину можем поставить? Мы можем поставить... Это будет люто. Вот так, наверное. Потом вот так. И все. Типа я готов. Типа я готов, идиот. Просто идиот. Нифига они там, а как они делают там по два, по три прыжка? Я не знаю. Да, все так и было. Я вообще тут, ребят, ничего. Я теперь понимаю, почему. Фига там у чувака Racer X. Что с его шлемом? Его нету. Это гало-шлем. Голографический шлемак. Вот что надо было прокачивать. Фуру. Тягач нам надо было прокачивать. Да? Надо было прокачивать нам тягач. И все было бы у нас круто. Но нет. У нас на чудовище есть сил, а на тягач нету. Ладно, друзья мои, на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.